Песчаная буря накрыла север Дагестана. На этих кадрах граница Тарумовского и Ногайского районов. В таких условиях ведутся обследования сельхозземельного выявления саранчевых вредителей. В настоящее время обследовано более 25 тысяч гектаров земли, в 7 из которых выявили саранчу. По итогам этой работы специалисты составят план уничтожения вредителей и при необходимости введут режим чрезвычайной ситуации.